Дорогие наши доктора, примите низкий поклон, что возвращаете не только утраченное здоровье, но и радость жизни, веру в талантливых людей. Я хочу, чтобы вы знали, каждый студент нашего университета уверен в вашем профессионализме. Мы все считаем вас знатоками своего дела, заслуживающих самой высокой признательности. И если мы не можем стоять сейчас рядом с вами в коридорах и в палатах больничных отделений, то уж точно мы можем громогласно заявлять, что все врачи, медицинские работники – это герои нашего времени. Времени, когда мы все должны быть сильными. Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Нечаева, и мои коллеги, журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Человек года 2019, директор самого крупного в Беларуси предприятия по выращиванию грибов совместного общества с ограниченной ответственностью «Баншей» Вячеслав Турбин рассказывает, в чем успех компании и как стать успешным руководителем. Какие специальности продолжают быть востребованными, кому сегодня тяжело найти работу и как перепрофилировать свою деятельность. Что происходит на рынке труда в Бресте, как повлиял коронавирус на занятость населения. Выход есть. Еще нокдаун или уже нокаут, что сегодня происходит в индустрии туристического бизнеса и какую альтернативу заграничному отдыху предлагают туроператоры брещанам. Мнение специалистов и руководителей этого бизнеса, надежды и позитив брещан. В эфире «Итоги недели». Начинаем. В своих материалах мы уже рассказывали вам о тех, кто получил по итогам 2019 года статус лучшего из лучших и был официально отмечен как номинант на областную доску почета. Каждое из предприятий и творческих коллективов старается внести посильный вклад в развитие жизни региона. И у этих людей, у лучших, миссия эта получается. В нашем сегодняшнем материале речь пойдет об интересном человеке, успешном руководителе. Он экономист, менеджер и эффективный управленец. А компания, которую он возглавляет, известна далеко за пределами Беларуси. Вячеслав Турбин – директор самого крупного в Беларуси предприятия по выращиванию грибов местного общества с ограниченной ответственностью «Банше». Человек года 2019 в области экономики и финансов. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая смогла побывать на предприятии и узнала, в чем же секрет успеха компании и ее руководителя. Предприятие «Банше» расположено в стороне от города. Путь сюда пролегает через трассу М1. Сказать на первый взгляд, чем занимается компания, сложно. Современный тип застройки, минимум изысков, максимум качества и рационально используемого пространства. Поговорка «растет как грибы после дождя» как нельзя четко отражает развитие компании «Банше». Тем более, что в цехах здесь действительно выращивают грибы. Сегодня «Банше» – крупнейший в стране производитель шампиньонов. Бренд, узнаваемый не только в Беларуси, но и за ее пределами. Мы попали в струю, нам действительно очень повезло. Неплохо сработавшая команда, то есть так вот сошли звезды, что в одном месте много людей, достаточно компетентных, достаточно мотивированных, умеющих и желающих работать, собрались вот в одном месте. Ну и вот результат у нас получилось. Большая команда под руководством Вячеслава Турбина собиралась не за один день, но в нее вошли люди, которые хотят работать и ответственно подходят к своему делу. Ведь на самом деле вырастить хороший гриб не так просто. Качественный компост, подкармливание, постоянное наблюдение и только после сбор урожая. Процесс кропотливый, но очень интересный. Когда дорезается первая волна, полки освобождаются полностью от грибов, происходит полив на новый сбор урожая. Второй сбор урожая у нас длится тоже 5 дней. То есть гриб там немного меньше по урожайности. Самый лучший пик урожая у нас приходится на первую волну. Там грибы вырастают более большего, красивого качества. На второй волне гриб немножко помельче. Вот такие красивые большие грибы
уже на второй волне редко когда вырастают. Там идет более средний гриб. За два периода сбора с цеха мы получаем около 20 тонн гриба. Понимая, насколько важны для предприятия квалифицированные кадры, Вячеслав Турбин вместе с руководящей командой разработали свою внутреннюю программу социальной ответственности. Людей поддерживают не только хорошими социальными гарантиями, но и рублем. Да, работа в цехах не требует специального образования, но и простой ее не назовешь. Для получения лучшего результата на своем участке каждому работнику приходится осваивать и узнавать достаточно много нюансов и хитростей профессии, чтобы общий результат был высоким. Больше 1000 тонн, 1150 тонн, по-моему, среднемесячный объем у нас сейчас грибов. А начинали мы когда-то, в далеком 2009 году, с 60 тонн в месяц. На сегодняшний момент вот цифра такая. 1150 в хороший месяц, 1200. Рационализм, профессионализм, качественное выполнение служебных обязанностей и, конечно же, уверенный взгляд вперед. Это позволяет Вячеславу Турбину и его команде прокладывать свой путь в белорусской экономике. На будущее загадывать здесь не спешат. Ситуация с коронавирусом пока неоднозначно отразилась на бизнесе. Но свой курс на масштабирование здесь уже заложен. Стараемся выработать какие-то стратегии, какие-то методы минимизации потерь. То есть в данном случае ситуация идет, разговор идет не о том, чтобы заработать больше. Разговор идет о том, чтобы выжить, сохранить позиции. Сохранить позиции по задаче максимум. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. 15 мая во всем мире отметили День семьи. Какое емкое слово «семья». Семь. Я. И сколько семей в нашей стране в Бресте носят статус большой многодетной семьи? Немного статистики. Только в Ленинском районе нашего города проживает 1375 многодетных семей. У 74 из них родились двойни, в 4 растут и воспитываются тройни. Единовременная материальная помощь, семейный капитал, адресная помощь, система пособий, всевозможные льготы. Социальная поддержка таких семей – один из приоритетов государственной политики. Наши корреспонденты познакомились с самой молодой мамой тройняшек, девушке всего 20 лет, вдохновились историей этой семьи и узнали, тяжело ли в финансовом и моральном плане. Две коляски, одна из них на 2 места, покупки почти оптом, восхищенные, а порой и удивленные взгляды окружающих и забытое чувство, что такое тишина. Это не полный список радостей мамы тройняшек, брещанки Ксении Кахнюк. Когда УЗИ показала тройню, родственники, друзья и сама девушка были в состоянии легкого недоумения, которое впоследствии трансформировалось в состояние полного тройного счастья. Там папа говорил, что где-то очень прям далеко были какие-то двойняшки или близняшки, но такого прям вот такого вот, ну, не было, как бы 3, для них это для всех был шок какой-то. Ну, для меня, конечно, тоже, ну, ничего. Все растут, все прекрасно себя чувствуют, все хорошо. Много лежало в больницах на сохранениях, то есть все врачи пытались перестраховаться, просто отправляли, чтобы, ну, как бы, беречь. Ну, и хорошо, даже позже срока, чем не ставили, родила. Майя, Ева и София. В такой очередности малышки попросились на свет в прошлом году, 26 сентября. Девочки родились здоровыми, но из-за маленького веса требовали дополнительного медицинского внимания. Сегодня они ничем не отличаются от других детей. Бодрые, активные и позитивные. Тихими и спокойными их прогулки не бывают. Кто-то из девочек радостно покрикивает, кто-то может и повозмущаться. Все требуют внимания. Каждый свой характер абсолютно. Каждая. Одна берет игрушку, вторую надо забрать, третья подойдет тоже, потому что ей тоже надо эту игрушку поиграться. Все вот за одну. Ну, я надеюсь, когда подрастут, уже такого не будет, потому что как-то не хочется, чтобы они каждая за одну игрушку дрались. Каждая показывает свой характер, каждая. Они друг на друга смотрят, кто-то плачет, начинают и они это делать. Ну, повторюхи маленькие, посмотрим, что будет дальше. Интересно. Папа малышек всегда на работе. Оно и понятно, нужно обеспечивать сразу 4 дам. Помогают в воспитании и бабушки. Они не любят говорить о сложностях, а с воодушевлением рассказывают, насколько разные не только внешние, но и внутренние их девочки. Они совершенно разные характеры, и внешне они разные. Вот кажется, я не знаю, все говорят, что похожи. Я смотрю, ну никак они не похожи, они вообще разные. Ева-то даже и близко, еще там София, допустим, с Майей немножко похожа. Ева похожа на маму, София на папу вылетая, а Майя у нас смесь такая между папой и мамой. Главное, дружная, чтобы отдыхали всегда вместе, как бы развлечения, все воспитывали детей, не так, что на самотеках, как говорится, чтобы
Они посещали все, что можно, как говорится, чтобы у них было будущее счастливое, здоровое, скажем так. И остальное все приложится. Многодетная семья Кахнюк пока живет вместе большой семьей. Собственного жилья нет. Но решение квартирного вопроса на финишной прямой. Через полгода они переедут в собственное новенькое жилье. Еще одно событие ожидает семью совсем скоро. Маю, Еву и Софию будут крестить. Возможно, им дадут имена Вера, Надежда и Любовь. Вы смотрите еженедельную программу «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Новая жилая застройка потеснит старые обветшалые объекты и вдохнет жизнь в давно знакомые районы. В северо-западной части города на территории ограниченной улицей Лейтенанта Рябцева и промышленной зоной железной дороги строители приступили к возведению нового жилого квартала. За 5 лет на этом участке появится около 20 новых домов. В приоритете – социальное жилье. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свой мониторинг новых жилых зон и узнала, какие объекты будут сданы в ближайшее время, а какие интересные проекты мы увидим уже совсем скоро. Подробности в следующем материале выпуска. Долгие годы эта территория по улице Лейтенанта Рябцева имела неприглядный внешний вид. Заброшенное здание, заросшее травой и кустарником, ждали своей очереди на качественное преображение. И вот постепенно на площадке начинаются работы по возведению нового жилого квартала. Согласно проекту, разработанному компанией «Полесье Жилстрой», это будет цельный самостоятельный комплекс с детскими садами, поликлиникой, кафе и даже баней. Сегодня строители заняты прокладкой коммуникаций. Каждая группа имеет законченный комплекс, жилой комплекс, имеющий на своей территории всю необходимую инфраструктуру, площадки, детские, игровые, хозяйственные, спортивные. Это 2420 квартир, где смогут проживать в будущем 6200 человек. Завершить масштабное строительство планируется к 2024 году. К этому моменту здесь уже появится около 20 многоэтажных домов, общей площадью более 180 тысяч квадратных метров. А уже в ближайшей перспективе работники «Полесья Жилстроя» сдадут в эксплуатацию просторный район на углу улиц Гоголя и Папанина. 535 квартир здесь уже практически полностью раскуплены. Параллельно специалисты компании работают на освоении юго-западного микрорайона. В ноябре этого года здесь будут сданы 2 комфортные 10-этажки. 19 тысяч квадратных метров жилья предназначены для разных категорий граждан, в приоритете многодетные, и 50 квартир из общего комплекса для военнослужащих. Работают здесь наши филиалы брестские, ПМК-82, ПМК-12, ПМК-26, ПМК-17. В целом, различные строительные организации города активно изучают потенциальные площадки и предлагают креативные проекты, позволяющие разнообразить давно существующую инфраструктуру. И удивлять им действительно удается. На углу Интернациональной и Карла Маркса. Там будет дом, жилой дом повышенных потребительских качеств, можно сказать, клубный дом с рестораном на первом этаже. Я думаю, что по архитектуре это станет украшением набережной. Ну и вообще формат самой набережной мы решили все-таки отходить от вот этой бетонной стенки подпорной. Значит, она еще буквально 50 метров продолжится, и дальше будет естественный рельеф, уклон, значит, спуск к реке. То есть все-таки есть разные виды набережных, и набережная, так же как и город, должна быть разнообразна. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Говорим о главном в программе «Итоги недели». Это страшное слово, внедренное в наше сознание – коронавирус. Как-то так получилось, что сегодня он влияет на все – на экономику, бизнес, на наше сознание. Мы постоянно думаем о том, как себя вести, с кем разговаривать и на какой дистанции. Куда ходить, а куда не нужно. Мы переживаем за свое здоровье и за здоровье близких. Мы отменяем ранее спланированное и не знаем, на какой срок все сдвинулось. Мы боимся, прежде всего, боимся потерять работу. И это правильно, ведь эта инфекция, коронавирус, добрался и до рынка труда. Он сейчас переживает не лучшие времена. Основной удар получила сервисная отрасль экономики и туризм. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горсполкома говорят, что обстановка на рынке труда непростая, но поправимая. На 1 мая в банке данных насчитывается 1712 вакансий. С начала года количество вакантных мест уменьшилось на 600
560. Но со временем цифры пойдут вверх, убеждены эксперты. Наши корреспонденты пообщались со специалистами и узнали, какие специальности продолжают быть востребованными, кому сегодня тяжело найти работу и, самое главное, что им делать. Выход, уверяем, есть. Коронавирус продолжает пугать многих, но страх за здоровье не единственный. Пандемия может оставить без работы многих. Удастся ли сохранить ее или найти новую, как перестроиться на дистанционный формат? Изменения сегодня ощущаются в полной мере. Кто-то уже адаптировался, а кто-то только начинает привыкать. Да, конечно, изменилось. Но жизнь продолжается, будем бороться. А что именно на работе изменилось? График работы, дистанционный формат? Клиентов стало меньше. А где работаете? Швейная фирма. Поэтому продажи упали. На работе ощутила в том, что стало меньше посетителей. Аптека расположена в ЦУМе, ЦУМ посещают реже. Надо молодежь призвать, чтобы почаще одевали маски, когда посещают общественные места. У меня все хорошо на работе. Но работаете на... не влияет. У меня государственная работа. Ну как, работаем, да, дистанционно? Да, изменилось на 50%, меньше клиентов стало, так скажем. И люди больше стали бояться присаживаться за столики, кушать и так далее. Все в основном заказывают стали на доставку. Еда сейчас работает так, мы работаем в паназиатской кухне. Ввиду непростой эпидемической ситуации в Бресте многие компании и фирмы работают в дистанционном формате. Есть и те, которые ушли на карантин, либо временно приостановили набор людей. Между тем, в банке данных сегодня насчитывается 1712 вакансий. Это на 660 меньше, если сравнивать ситуации с начала года. Уменьшился спрос на вакансии неквалифицированного труда. Грузчики, подсобные рабочие, дворники. У нас практически эти вакансии исчезли. У нас спросом пользуются эти люди, опять же, кто имеет профессию. Электрогазосварщики, повара, продавцы. В принципе, эти люди, как и ранее, востребованы. Медики и так далее. Вот. А уже неквалифицированная рабочая сила у нас, конечно, на сегодняшний день осталась немножко в сложной ситуации, им тяжело найти работу. Но выход есть. Все просто. Таких людей в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома призывают переобучиться. В настоящее время набираются группы. Специальности самые разные. Можно приобрести профессию бухгалтера или продавца, водителя троллейбуса, либо газосварщика, или, к примеру, слесаря по ремонту автомобилей. Обучение проходит совершенно бесплатно и, что важно, под гарантию занятости. На сайте можно узнать эту информацию. У нас к нам непосредственно обращаются люди, мы тут консультируем и все рассказываем подробно. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, пусть приходит. Вот как раз-то сейчас мы все группы вот эти собираем и планируем обучать в ближайшее время направлять. Ярмарки вакансий. Их проведение сегодня невозможно по понятным причинам. Поэтому решено организовать мероприятие в электронном формате. В конце мая состоится дистанционная ярмарка вакансий для учреждений здравоохранения. Эта отрасль выбрана не случайно. Больше всего сегодня нуждаются в сотрудниках поликлиники, больницы и медицинские центры. Наниматель работает у себя на рабочем месте в кабинете. Безработные люди могут через сеть интернет общаться с нанимателем онлайн, то есть задавать какие-то вопросы и получать на них ответы, направлять резюме или пригласят впоследствии на собеседование. Мы такую ярмарку электронную уже проводили для предприятия «Санты-Бремер». У нас в ноябре 2019 года была. В принципе, довольно-таки интересное мероприятие, успешное, это новое направление. Но будем работать, будем вот пока будем так. Точная дата и время проведения будут известны чуть позже. Вскоре информация появится на сайте горосполкома и в городских СМИ. Между тем, эксперты успокаивают. Любой кризис приводит к экономическим потерям, но все когда-либо заканчивается, и пандемия не исключение. Пандемия коронавируса изменила сложившийся порядок во многих сферах деятельности. Сильный удар переживает туристический бизнес. Международный туризм к началу апреля прекратился из-за повсеместно введенных карантинов, запретов многих стран на въезд туристов и на авиасообщения. Сейчас туристический рынок находится в летаргическом сне, и когда он из него выйдет, нам остается только догадываться. Но, как показывает исторический опыт, хоть индустрия путешествий в любой кризис впадает одной из первых, она научилась быстро восстанавливаться после него. Ирина Кузьмич мониторила ситуацию на рынке турбизнеса в Бресте. Смотрите материал. На вопросы нашего корреспондента отвечали знатоки этой отрасли. Своим мнением делились представители турагентств и брещане.
Приграничный Брест всегда мог похвастаться своими достопримечательностями и особенностями, на которые приезжали посмотреть люди из разных стран. Архитектура, парки, музеи, это и многое другое привлекало туристов, которых становилось все больше. Ведь к своему тысячелетию город преобразился до неузнаваемости. Бренд Брест заиграл. И в 2020-м предполагалось, что туристов будет много, но случился коронавирус и все изменилось. Государства закрыли границы. Авиасообщение под запретом. Люди стали невыездными в силу складывающихся обстоятельств. Туристов нигде нет, в Бресте тоже, да и сами брещане оказались в непростой ситуации. У многих были запланированы отпуска, а сейчас они выбирают альтернативу заграничному отдыху. Я, честно говоря, сейчас в отпуске и планировала до этого, но так сложились обстоятельства, что никуда не получилось выехать. Поэтому провожу отпуск в Бресте, где-то в окрестностях, по возможности, вот Грин. Вот есть варианты, можно у нас отдохнуть. У меня в Минске дочки, внучки, так что у них лес, грибы, ягоды, свежий воздух. А за границу что ехать? Первоначально до всей этой сложившейся ситуации, то, конечно, я планировала отпуск за границей в идеале. Вот. На сегодняшний день мне сложно об этом еще разговаривать. И также мои знакомые, ну, однозначного ответа нет. Хотелось бы, конечно, его провести где-нибудь в теплых странах. Но если это окажется, скажем, на природе, на даче, в принципе, ничего страшного. К сожалению, туристический бизнес, туристическая отрасль пострадала больше всего от пандемии и... Первый удар пришелся именно на туризм. Туристов стало не то, что в разы меньше, а они практически исчезли. Можно, конечно, наблюдать некоторые российские машины на парковке у Брестской крепости, но это единица, это капля в море от того, что должно было быть и что было в прошлом году. Если в процентных показателях, то если загрузка наших гостиниц в прошлом году за апрель составляла около 55%, то в этом году эта загрузка чуть более 10%, то есть в 5 раз. Уменьшилось. Касательно иностранных туристов, эти цифры в десятки раз уменьшились. Пандемия, карантин, COVID-19 – все это звучит пугающе, как и цифры, о которых говорят повсюду. Это удар по экономике, один из сегментов которой – туризм. Удар достаточно сильный, пока еще не нокаут, но уже нокдаун. Работники переведены на удаленку, консультации с клиентами дистанционно. А еще нужно платить зарплаты, налоги, аренду. До нокаута действительно остался еще один раунд. На сегодняшний день ситуация в туристическом бизнесе в стране, как и в нашем городе, видимо, она будет одинакова, практически не изменилась за последние несколько месяцев. Вот эта сложная ситуация началась как раз март, апрель, май. Основная проблема у турфирм – это отдых, который завис в этом году, с точки зрения переноса отдыха на более поздние сроки и, безусловно, проблема возврата денег за несостоявшийся. Вот это основные две проблемы. В нокдауне, продолжим использовать боксерскую терминологию, сегодня и клиенты турфирм. Они попали в ловушку под названием «Как вернуть деньги, оплаченных заранее путевок». Было желание сэкономить, но, как говорится, хотели как лучше, получилось, вирус планы изменил. До начала всех этих событий у всех на этот сезон были достаточно серьезные планы. Я не говорю только о нашей организации, я, насколько знаю, и у наших коллег. Планировались туры достаточно интересные, планировались новые направления, и шел достаточно большой поток туристов. Но то, что сейчас нулевые показатели, причем нулевые показатели не только в нашей организации, потому что мы готовили в ассоциации партнерства ряд документов с конкретными цифрами, с конкретными показателями, поэтому мы знаем, что делается у наших коллег и у нас в том числе. Нет сейчас туров, нет сейчас туристов, потому что ситуация не ясна, ни для кого не ясна. Итак, никто пока, ничего пока не знает. Включен режим ожидания. Отменят карантин, восстановится авиасообщение, туристическая индустрия заработает, впрочем, как и многие другие. Когда это случится, пока никто не знает. А как же мы, говорят туристы с путевками? Ответ прост – перебронировать тур на другие даты. В этом случае у вас будет надежда не потерять кровно заработанные и уже потраченные деньги. Но вернемся к турбизнесу, так как было уже не будет никогда. Владельцы турагентства сегодня задумались о перепрофилировании индустрии путешествий. До сих пор мир развивался вот в этой нормальной концепции. Больше рейсов, больше связей, короче расстояния. Все больше и больше возрастал интерес к мировому туризму. Я имею в виду не только отдых, но это и посещение других стран. Безусловно, эта ситуация мир изменила. И после этого он уже будет немножко другим. Но туризм – это...
Тяга человека, видимо, заложена генетически к путешествию. Он будет развиваться. Возможно, будет в чем-то и ситуация спровоцирует больше интерес к внутреннему туризму. Мы с самого начала, как только начались вот эти проблемы, мы начали собирать информацию совместно с Управлением спорта и туризма Брестского облсполкома, пишем на Министерство спорта и туризма. Там все прекрасно понимают, поэтому меры ведутся. Не стоит думать, что мы вот прямо сегодня увидели проблему. Проблему мы видели уже с февраля месяца. И начали собирать информацию и сообщать об этом Министерство спорта и туризма. Поэтому просто не все так быстро, но в любом случае поддержка будет и нашим туристическим фирмам, и другим бизнесам. Резюмируем. Для этого воспользуемся народной мудростью. Нет худа без добра. Специалисты уверены, что туристической отрасли эта коронавирусная встряска будет полезна. Она даст возможность для развития внутреннего туризма. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Действительно, отдых в Беларуси в этом году обещает быть популярным. Маршрут можно выбрать немноголюдный, чтобы отдохнуть, набраться сил и открыть для себя что-то новое, а еще поправить пошатнувшееся здоровье. Ситуация с COVID-19 ставит людей перед выбором. С одной стороны, риск подхватить вирус, а с другой стороны, паника. Информация о коронавирусе пропитан практически каждый материал новостной ленты, и жить в таком вакууме реально страшно. А если человек переболел, то его организм и вовсе нуждается в комплексной поддержке. Санаторий «Ружанский» единственный в Беларуси имеет полный реабилитационный комплекс. Для этого здесь работают опытные квалифицированные доктора. А еще поездка в настоящий сосновый бор. Хорошо отдохнуть и набраться сил для новых совершений. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в здравнице. Если душа просит глоток настоящего воздуха, то вдохнуть его лучше там, где он по-настоящему чист. Санаторий «Ружанский» – многопрофильная здравница в глубине массивного хвойного леса, известного своими целебными свойствами для человека. Воздух здесь, к слову, практически стерилен. Обеззараживание происходит благодаря фитонцидным летучим веществам, которые рассеивают деревья. Особенно полезно находиться в таких условиях людям, имеющим различные заболевания дыхательных путей. Это способствует нормализации дыхания, у больных уменьшается количество мокроты, успокаивается кашель. Наш санаторий является многопрофильным учреждение на сегодняшний день обладает всем необходимым арсеналом для того, чтобы заниматься лечением больных легочного профиля, заболеваниями дыхательных путей, что делает наиболее актуальным нас в условиях вот этой пандемии коронавируса, когда многие на сегодняшний день уже переболели, и, в общем-то, стоит вопрос перегруженности системы здравоохранения, и людям просто-напросто сегодня недостаточно мест, где они могли бы окончательно поправить свое здоровье. Для нас все-таки наиболее должны быть важны для людей и те последствия, которые возникают после перенесенного заболевания. А это фиброз легких и это легочная недостаточность, которая, в общем-то, в существенной степени ухудшает качество жизни после перенесенной болезни. Поэтому всеми этими вопросами должны заниматься врачи-реабилитологи, чтобы помочь людям восстановиться и привести себя в нормальное состояние. Реабилитация людей, имеющих проблемы с органами дыхания, проходит по нескольким направлениям. Отдельное внимание отведено галотерапии, лекарственным ингаляциям, ароматерапии, гипокситерапии. В нашем санатории особой популярностью среди пациентов и отдыхающих пользуется такая процедура, как гипокситерапия. То есть процедура называется «горный воздух». Это уникальный способ лечения профилактики серьезных заболеваний как органов дыхания, так и всего организма в целом. Это безопасный способ получить оздоровление организма с помощью горной природы без выезда в горы, то есть в условиях санатория. Установлено, что поочередное воздействие воздуха с низким содержанием кислорода и обычного воздуха очень оказывает хорошее воздействие, лечебное воздействие на организм. В частности, облегчается выход мокроты из бронхов. Не последнюю роль в поддержании здоровья, в том числе и органов дыхания, играет активный образ жизни. Поэтому каждому приезжающему в обязательном порядке предлагается посещение бассейна и бань, лечебной физкультуры и йоги. Движение доставляет радость не только физическую, но и психологическую. А результат занятий – приятное напряжение мышц, легкую походку и улыбку на лице. В нашем санатории очень широко представлена лечебная физкультура. Она совокупна с другими методами лечения. Это и занятия в нашем зале ЛФК, это малогрупповые методы, это групповые методы,
это и лечебное плавание, гидрокинезотерапия, это и теренкур, и занятия на спортивных площадках. То есть в наше такое вот сейчас тяжелое время наши пациенты, приезжая к нам, могут получить полный спектр оздоровления именно в лечебной физкультуре. Это и дыхательная гимнастика, и занятия физической культурой. Самое главное, уверен работник Ружанского, это индивидуальный подход к каждому человеку, особенно к тому, кто приехал в здравницу за реабилитацией. Ведь здесь она комплексная. Для этого трудится целая команда докторов. Работа кропотливая, но индивидуальная на всех ее этапах. Наша бригада врачей, состоящая из 15 человек с первой высшей категорией, готовы принять всю семью. Мы принимаем не только взрослых, но и детей. Начиная с 2 лет, дети уже могут у нас пройти оздоровительные мероприятия. Поэтому для каждого члена семьи мы подберем свою отдельную, пригодную для него программу. Среди врачей у нас выделена бригада из реабилитолога, врача-физиотерапевта, врача лечебной физкультуры и инструкторов по лечебной физкультуре и реабилитации для проведения реабилитационных мероприятий лиц, приехавших на оздоровление в наш санаторий. И сейчас на повестке дня основная такая проблема – это проблема бронхолегочной системы. Мы готовы принять наших гостей и оказать им услуги в этом направлении. У нас есть замечательные ингаляторы со всеми видами ингаляции, абсолютно все виды ингаляции в Ружанском доступны. У нас 2 соляных пещеры – это одна пещера с гималайской российской солью, вторая с нашей белорусской солигорской солью. У нас также имеется янтарная сауна. Самое главное, что у нас имеются соответствующие специалисты, 2 инструктора-методиста по физической реабилитации, которые проведут комплекс оздоровительных упражнений, мероприятий с каждым конкретным человеком. Также есть врач-реабилитолог, который подберет каждому нашему пациенту индивидуальную программу реабилитации с учетом имеющихся у него сопутствующих каких-то заболеваний. Сыт, значит, готов к новым впечатлениям, уверены в Ружанском. Комплексное сбалансированное питание позволяет сохранять бодрость духа на целый день и закрепляет результаты оздоровления. А в сочетании с добродушностью и открытостью персонала отдых получается по-настоящему семейным, теплым и безопасным. В этих условиях просто безопаснее находиться, будь то пожилые люди, будь то мамы с детьми, бабушки, дедушки с внуками. Свежий лес, Беловежская пуща, озеро, Сосновый Бор. Это, конечно, вдали находится наш санаторий от заводов, от фабрик, от предприятий каких-то промышленных, от крупных городов. То есть вероятность инфицирования очень-очень, еще раз хочу сказать, мала. Это райский уголок. Райский по своему местоположению. Это низкий поклон тому, кто придумал в этом месте построить. Райский он потому, по всей обстановке в санатории, по чистоте, по душевности. Тут такие душевные люди работают, что, честно вам скажу, уезжать отсюда не хочется. Не за горами лето – отличная возможность, чтобы провести время с пользой на воздухе. Для любителей активного отдыха в Ружанском оборудован теренкур. Прогулку по хвойным красотам можно совершить как пешком, так и на велосипеде, гироскутере или электросамокате. Все это можно взять в аренду. Для спортсменов предусмотрены теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки. Самых маленьких гостей порадуют горки и туристические городки. А для принятия солнечных ванн можно расположиться на песчаном пляже, на берегу живописного озера, или совершить прогулку на лодке или катамаране. Так что находите возможность и отправляйте в Ружанский за здоровьем физическим и духовным. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты БукТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Я, Виктория Нечаева, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Мы – современные студенты, постоянно в движении и порой, к сожалению, не замечаем очень важных, происходящих в мире событий. Но ведь у нас у всех близкие и родные, за которых мы переживаем, волнуемся, стараемся защитить.
Но доверяем ведь мы только вам, дорогие наши доктора. То, что вы делаете для людей, работая сутками напролет, невозможно переоценить. Нам сложно представить те нагрузки, то множество профессиональных задач, с которыми вам нужно справиться на пути выздоровления ваших пациентов. А сейчас, как никогда, медикам и педагогам, юристам и географам, биологам и математикам нужно быть вместе. Настало время быть вместе.